Все, наш отпуск подошел к концу. Мы уже выселились. И мы сейчас пошли покушать. Покушаем и сразу в аэропорт. Я ненавижу джинсы. Да, мы джинсы. Так жарко. Теперь немножечко фактов, наблюдений из Арабских Эмиратов. Все мы смотрели сказку, наверное, или мультик. Да, я надеюсь, все смотрели. Аладдин. Там действие происходит в Арабских Эмиратах. Арабская страна. Вот. И, значит, какие у меня были, ну, опять же, по отзывам друзей, какие у меня были ожидания. Ожидания от арабской страны. Это очень дорогие машины. Это все очень чисто и дорого. Это арабские вот эти женщины. Причем там по 4 на каждую мужчину. Это все оказалось неправдой. Машины здесь точно такие же, как не то, что в России, а в Новосибирске. Все то же самое. Ну, в центре, да, есть там несколько Lamborghini. Несколько. Две. Все остальное это Toyota Vitz, раздолбанные. Это Camry. В лучшем случае. Ну, Kia. Вот. Ну, вот парк. Вы видите, обычная парковка, парк. Машины лет по 20 уже. Вот. Что насчет машин, да? Все. По поводу женщин. Это вообще, я представлял себе реально принцессу Жасмин, как минимум. Тут, значит, дело такое. Во-первых, женщина вот в этой черной, как штука называется черная? Абая. Абая. Вот все до единой, не видел ни одной. Другой. Это женщины за 100 килограмм. К 200 ближе, в основном. 99% из них русскоговорящие. Будем говорить русские. Это действительно правда. Вот. И насчет чистоты. Ну, в центре довольно-таки чисто. Довольно-таки. Но люди, которые здесь живут, это 52% индусы. Они любят свинячить. То есть они спокойно идут, выкидывают бычки, бумажки, бутылки прям просто идут и бросают. За счет этого, ну, особой чистоты, я бы не сказал, что здесь, ну, прям чисто. Но вот уровень Новосибирска после уборки, я бы так сказал. После того, как вот уберутся у нас в городе, примерно так же. Вот, что еще? Все, все остальное здорово, температура классная, погода супер, как нам сказали, нам повезло. Абсолютно повезло, что было не холодно, было, я скажу, очень жарко, 30 градусов, сейчас 33 по градуснику. Вот, мы идем в джинсах, это я уже мокрый, мы прошли 5 минут в гостинице. И все, мы устали, мы отдохнули. Ты устала сильно-пресильно? Что еще хотел сказать? Мы были в Таиланде, и теперь мы знаем, как воняет в Индии. Мы были в Арабских Эмиратах. Здесь 52% официально только индусов. То есть мы уже фактически имеем представление об Индии. Я туда не хочу. Местных арабов проживает около 20%. Вот реально, 20%. Остальные это понаехали. Ну, это русские, филиппинцы, тайцы, иранцы, русские, испанцы. Это остальная часть, больше 20%. Вот, вот они, Арабские Эмираты. Всем пока. У нас целых 2 часа до трансфера еще. Мы решили покушать в нашем любимом ресторане, всем советую. И потом мы еще решили на аттракционах покататься. Вы не поверите, я еще даже побриться успею сходить к индусу. Салон. Все, у нас лишняя машинка наша приехала. В аэропорт сейчас нас поведет. Все, давайте. Это намного удобнее, чем автобус. Да. Своя личная машина. Ты не разувайся, ложись на меня. Мы же не жируем. Нет. Просто так удобнее, да? Да. Ложись на меня.